Привет, друзья! Меня зовут Сергей. Я надеюсь, у вас все в порядке. Я на берегу Адриатического моря. Сегодня прекрасная погода. Я попробую поймать пиломиду. Немного расскажу о месте, где я нахожусь. Это одно из моих самых любимых мест. Недалеко от деревни Бигово есть прекрасные скалы протяженностью примерно 2 километра. Какие 2 километра? Гораздо больше. Я думаю, порядка 15 километров до ближайшего населенного пункта. И все это расстояние можно пройти ногами по скалам и при этом ловя рыбу. Вдоль этих скал глубина примерно 12 метров, ну, от 10 до 15, примерно в этих районах. И это очень хорошо для стайных рыб типа пиломида. Они прекрасно здесь себя чувствуют и находят множество корма.